В библиотеке на Крутицкой собрались умники и умницы из семи ивановских школ. 13 февраля стартовал интеллектуально-познавательный проект «Эврика-3». Ученики старших классов состязались в эрудиции. Темой конкурсных заданий стала безопасность в интернете. Конкурсный проект «Эврику» мы проводим уже третий год, и так бы традиция сложилась, что первую игру мы всегда посвящаем теме безопасного интернета, так как эта тема действительно сейчас стоит на первом месте, я считаю, у подростков, у молодежи, да и не только у молодежи, собственно говоря. Хотелось бы детей немного просветить. Интеллектуальная игра началась с презентации результатов заочного тура. Его темой стало такое математическое понятие, как фрактал. Суть задания заключалась в том, что, используя умения по интернет-поиску, ребята должны были собрать элементы фрактала и разгадать зашифрованную там информацию. О том, что на самом деле загадали организаторы, выяснили лишь ученики 24-й школы. Но и у других команд еще будут шансы себя проявить. Второй этап проекта «Эврика» будет посвящен картографии и геодезии. И третий этап, который будет у нас проходить в апреле, будет посвящен Дню Земли. Проект у нас долгосрочный, который реализуется в течение второй половины учебного года. При выполнении заданий ребята должны были использовать телефоны, компьютеры. Искать ответы на вопросы приходилось оперативно. Но скорость, как оказалось, не всегда является залогом успеха. Нескольким командам были засчитаны штрафные баллы за несоблюдение правил. Какая из команд окажется самой сообразительной и в то же время самой дисциплинированной, станет известно в апреле, когда завершатся все этапы интеллектуальных состязаний. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.